Развитие инфраструктуры города Орла стало темой обсуждения в ходе круглого стола, организованного партией «Единая Россия». Речь шла о развитии ЖКХ, улучшении транспортного обслуживания, экологии, строительстве дорог, проблеме пешеходных дорожек и тротуаров. Состояние их очень плачевное. Поэтому если, то есть программа есть городская, она есть, но она в принципе не работает. И если мы этот вопрос возьмем в свои руки и будем его планировать реализовать как партийный проект, я думаю, мы всеми совместными усилиями этот вопрос решим. В ходе круглого стола прошло обсуждение ключевых моментов формирования предвыборной программы регионального отделения партии «Единая Россия». Именно с этим документом члены партии пойдут на выборы депутатов, которые состоятся в сентябре.